15 апреля в преддверии светлого праздника Пасхи со всего района в Дмитров съехались хоровые и вокально-инструментальные коллективы учреждений культуры, чтобы принять участие в традиционном фестивале под названием «Здесь у нас в районе песнями богатым». Организатором мероприятия стало Управление культуры и районный информационно-методический центр «Наследие». 22 коллектива выступили в этот день на сцене Дворца культуры «Созвездие». Все, кто любит русскую песню, исконно народное творчество и кто бережно хранит лучшие традиции своего народа. Хоровые коллективы порадовали присутствующих впечатляющими выступлениями, высокой сценической культурой и качественным обширным репертуаром. Этот красочный фестиваль стал настоящим праздником, на котором царила теплая и душевная атмосфера. Было представлено большое количество разнообразных произведений. Они показали коллективы свое высокое мастерство. В этом году первый раз мы собрали такой материал, подобрали, который показал тех руководителей, которые уже ушли из жизни, но отдали свою жизнь и творчество этим коллективам. Была представлена прекрасная презентация этих руководителей. И в преддверии Пасхи, конечно же, презентация была уместна очень. В состав профессионального жюри вошли заслуженные деятели культуры, а председателем жюри стала начальник управления по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского района Анна Садова. Было всего три номинации. Номинация ансамбля народной песни, хоры народной песни и академические хоры. В преддверии праздника и в связи с юбилеем коллективы получили вот такие благодарственные письма. В этом году было три юбиляра. Это 5-летний юбилей отметили коллективы, 15-летний, 35-летний юбилей. И все они получили благодарственные письма от Управления культуры. Ну а победитель получил диплом, статуэтку и букет цветов. А победителями фестиваля стали, конечно, самые лучшие и достойные. В номинации «Ансамбль народной песни» победу одержал прекрасный коллектив «Сельские напевы» Дома культуры Яхрома. В номинации «Хоры народной песни» не было равных хору русской песни имени Бориса Лямина Дома культуры Яхрома. А в третьей номинации «Академические хоры» было всего два коллектива-участника, и жюри решило не присуждать кому-либо первенство. Как говорится, победила дружба. Также по итогам конкурса все коллективы без исключений получили диплом участника от Управления культуры. В следующем фестивале мы ждем наибольшее количество участников, и уже борьба развернется с полной силой. Фестиваль показал, что полностью соответствует своему громкому названию. Наш район действительно богат замечательными вокальными коллективами, песни которых наполнены светом и добром.